как мы начинали коттедж бизнес, я была очень разочарована в жизни. У меня было две неудачных карьеры. Я работала учительницей, до этого работала в магазине, но меня ограбили. Я была просто молилась, чтобы у меня в жизни появился другой шанс. Увидела объявление в газету. Марк Хьюз тогда был сам спонсором людей. Я увидел его объявление, так я начала. Компания была очень маленькая. Ей было всего 6 недель. Я приехала, посмотрела на компанию и встретилась с Марком Хьюзом. Я была единственной, который остался на его обучении. Единственной. Все остальные ушли. Он мне сказал такие вещи и учил меня таким вещам. Ни один университет, ни одна компания, ни моя семья никогда меня этому не учили. Он сказал, что я могу стать миллионером. Это было начало. Это, конечно, рай. Жизнь, день — это рай. Я встаю рано утром, гуляю по пляжу, прохожу 5 миль, затем я плаваю, потом принимаю завтракаю, работаю, начинаю работать. У меня уникальный офис, потому что он мобильный. И есть такое место на океане, куда я приезжаю работать. И вы полностью повторяете себя. Вы знаете, что я права. Я всегда просто занимаюсь делами. Не усложнять, не используя особенно много компьютеров, почти не пользуясь электронной почтой. Делаю бизнес по телефону, говорю с людьми, потому что я слышу, я чувствую, я могу сразу отреагировать. Вот как я люблю вести бизнес, лицом к лицу. Если я не могу быть лицом к лицу, то я к этому все равно стремлюсь. Моя первая, так сказать, прибыль была 99 центов. Вот здесь показано второе. Мое вознаграждение $6.94. И Марк был потрясен, потому что 500% возросли мои доходы. А это первая официальная реклама, которую мы сделали. Здесь показаны наши первые продукты. Что бы вы ни говорили, вы никогда, конечно, этого уже не увидите сейчас. Вот газета в Лос-Анджелес Таймс, по всей стране начали писать. Программа по потере веса проверяется правительственным. Я могу встать и бороться за то, во что я верю, потому что мои продукты лучшие в стране. Я знаю, сколько тысяч людей они помогли. И он готовил нас к демонстрации в Вашингтоне, чтобы бороться за компанию. Это красивая жизнь. Красивая природа, красивый дом. Волшебная жизнь. Этот дом на Гавайях, он просто необычайный. Во-первых, когда посмотреть, где он находится, все окружение вокруг. Хотите встретиться с каким-то духовным лидером на Гавайях, каких-то с Кахуной. Ланика – это район, который называется Рай в море. И Манахи – это огромное. Здесь огромных размеров эти морские коровы. Рядом два маленьких острова. И для меня просто это энергетическая батарея такая. Для меня круг основателей значит, что я помогла сотням, тысячам людей, может быть, миллионам людей. Вот что для меня это означает.